Итак, друзья, мы начинаем вторую часть марлезонского балета. Я, в принципе, решил начать ее здесь же. Вот пройтись по берегу. Смотрите, какая красота. Во время нашего маленького путешествия будет еще и недоволно. А может быть, так. Народ снимает. Я снимаю. На пляже все больше и больше. Никого уже не испугаешь штормом. Хотя вру. Кого-нибудь да испугаешь. Ладно, пойдем-ка. Прогулка прям по берегу. Получает мужчина инструкцию от суровой супруги. Как стоять, что надеть, какие очки. Так, ножку вытянуть. А мы идем потом на берегу. Сегодня я поленился, не плавал. Наверняка в комментариях увижу надпись, что я. А мы видели вас, как вы это снимали, но подойти опять постеснялись. Вот они такие большие. Ну, я вам скажу, что на фламинго ходить можно. Мостик уже оказался практически в воде. Меня слегка сносит. Там не бьют по ногам. И Вадим тут ноги мотает тоже. Здорово. Сейчас зайдем до мостика, да, и пойдем куда-нибудь еще. О, хорошая, симпатичная волна. Ну, все-таки, если долго-долго ждать, то можно дождаться хорошей волны, товарищи. В следующий момент можно выловить в воде все, что угодно. Чей-то запах. Чей тапок? Мы только что поймали тапок. Один. А, вот он. Один нашли. Были найдены только что два тапка. Золушка, будете примерять? Пожалуйста. Ну вот. Я, как никто другой, знаю боль от этих запахов. Ух ты, там дальше все красивее и красивее волны. Прям таки каскадом идут. Ну, а мы с вами отправляемся. Мостику, как я сказал, дальше уже будем порадоваться. Кто-то учится плавать прямо здесь, на камнях. А кто-то собирается в воду. Только я отойду и сразу хорошая волна. Смотрите. Так, всегда, хоть не отходи. Ну что, друзья, вот он мостик, который теперь уже в воде. А только недавно он был где-то как на берегу, то есть
позволял выходить. Ну и все на этом. Лямку. Ремешок намочил от этого. Футляра камеры. Все. Фух. Машкара. Сегодня мы не ждем водоплавающих. Видимо, у них запрет. А ждем отдыхающих. По привычке народ не занимает это место. Напрасно. Сейчас скоро до них дойдет. Что можно. И они вернутся. Или сходить все-таки на причал сегодня уже. Раз уж я такой это. Ох ты, смотрите, волнуется круче и круче. Наверное, несколько увлекся морем. У меня сегодня такой шторм, поэтому я ему увлекся, наверное. Что, идти на причал или не идти? Идти, не идти. Кто скажет? Пойдемте сходим, посмотрим. Ненадолго. Так быстренько просто. Пройдемся, посмотрим температуру воды, который там не показывает. Температуру воздуха. Ну и время вы и так знаете. Зато. Только температура воздуха. Ну я так думаю 27. Вот. А сейчас мы сверим мой бортовой компьютер. Вживленный в мягкое место. Термометр воздуха. С тем, который на здании. Ну там надо учесть, там на солнышко я иду в тени. Поэтому и возможно какая-нибудь маленькая погрешность. Сегодня две части какие-то получились однотипные. Я связываюсь с тем, что просто море меня заворожило. Надо срочно бежать уже. Сегодня у меня достаточно напряженный день. И дома там хлопоты. И надо встретиться и отвезти, и повезти. Поэтому я так быстро иду. Нашел я себе оправдание. Не, волны действительно классные все-таки. Все-таки вы знаете, куда я поеду. Ай, как долбанулся пальцем о большущий камень. Ладно, следим уже на причале, а то одно и то же показываю, неинтересно. Итак, я уже почти у причала. И для всех любителей шарика. Передаю вам от него привет. Хотя ему наверняка пофигу. Все. Ему хорошо. Он спит. Жив, здоров и невредим. Хотя немножечко дергается. Видимо, что-то увидел во сне. Ловит камни, возможно. В общем, все у него хорошо. Чудесно. Вот, проснулся. Скажи доброе утро. Не стал говорить, пускай спит. Так, утро, и мы на причале. Редко такое бывает, но бывает. Как видите, людей купается немного, но купается. Температура воздуха 29 градусов. Опять же, прошу вас учесть ту поправку. Тут на солнышке, а я-то шел в тенечке. Видимо, так и 27 есть. Все суда ушли поглубже в море. Там где штык, вот один катер с синим китом. В районе Гренады бесстрашно направляется к берегу.
Вот, как бы так, смотрите. С высоты очень низкого птичьего полета. Такие у нас волны сегодня. 11 августа. Будем на противоположную сторону. Ходить здесь очень тяжело, ребята. Очень вкусно пахнет всякими печеностями, сдобой какой-то там, я не знаю, как это все называется правильно. Ванилью. А это значит столовый отрибой готовится к принятию гостей. А гости сегодня проголодаются точно. Прыгая по волнам, есть хочется еще больше. Ну что, товарищи, на этом непосредственно утренний обзор с причала, с пляжа заканчиваем и пойдем куда-нибудь там по набережной, может, пройдемся, дабы не повторяться и чтобы не были наши с вами обзоры однотипные. Так, ребята фотографируются, снимают видео, снимают даже меня, наверное, немножечко, но я их тоже немножечко. У нас как бы это бартер. Люди мечтают про суда, которые катают. Так, я одену футболочку, как бы некрасиво с голым пузом ходить по Лазурской. А вы полюбуйтесь пока вот на пальмочку. Итак, утро, центральная набережная. Столовый прибой уже работает вовсю, желающие могут позавтракать. Кстати, бар тоже. Смузи, музи, пицца, бьянка, охотничья, прибой даже. Своя пицца есть. Ну так прикольненько. Просторно даже, я бы сказал, сегодня вот с утреца. Чего не скажешь вечером. Столовая тоже вот разделена на две части. Тут еще одна столовая, там другая столовая. То есть с голоду не помрете. Все тут есть. Так, видите, как я всегда говорю, в районе прибоя каждый день моется. Каждое утро все это намывает, поливают щетками. Иногда даже с мылом. Если приходится вот. Если в вечернее время кто-нибудь тут немножечко навидокурил. Потерян паспорт. Появилось новое объявление на дереве. Вот про что я говорил, что периодически бывают такие вот веселые вечера. А вот смотрите, Оля. Оля говорит нам доброе утро. Свою. Хорошего дня. Все, спасибо. Кофе тайм. Ну давайте, не будем мешать Ольге. Опять набережная идем. Куда идем? Да, конечно же, на Клараш. И не ругайтесь. Живу я там. Как мне еще? Куда мне еще идти? Ох, а волны, знаете, все круче, круче. Я отсюда вижу все больше и больше. Единственная проблема у меня, то что я ничего не успеваю. Волны хорошие действительно сегодня. Он прилипел, не знаю. Блин. Классные большие. Хоть иди смотри заново. Ладно, мы еще увидим их в другом месте. Опять же кукуруза по 50 рублей. Сегодня здесь тоже, я вижу, намывали. Мыли, щеточки вижу, всякие средства химические. Одна урна для пластика, другая для всего остального. Ну, хотя бы так. Вот, смотрите. Помыли, помыли сегодня, молодцы, исправляются. Вот, что значит. Ока народа. А ребята писали в администрацию, ну что же, делились информацией. Возможно, это и сподвигнуло их сотрудников пляжа вот наводить в порядке. А вот, кстати, и все признаки того, что они наводят в порядке. Кто-то приехал с чемоданами, ждет, а кто-то ходит, снимает. Все, теперь здесь чисто и хорошо. Не только у нас дома сломалась мойка кёхеровская. Каждый день что-нибудь да сломается. Вот я не знаю, что за год такой високосный.
Вот достало уже. Ждем. Ждем 21-го. Опять колораж, поэтому я выключаюсь и иду. Иду так. Выключенный. Всем пока. До новых встреч в эфире. Ну, эфир будет полдень. Ближайший.